Всем привет, с вами Вагейминг, седьмой игровой день на Твине. Мой отряд — это Вальтер воды, Шарлотт земли, Мейлин огня, Вальтер земли и Ванесса, Фрам воды. Вальтера земли и Вальтера воды я вытянул с призыва. Первоначально мне просто повезло. Но я всем новичкам советую тянуть Вальтера воды с призыва, пытаться, если он вам не выпал, то пытаться перезаходить на новый аккаунт и пытаться снова его получить. Все-таки, если вы получите, это вам гарантирует быстрый старт и продвижение в игре, что немаловажно, если, конечно, вы любите быстро все проходить. Если вы не любите быстро проходить, ну, тот, кто выпал, тем и играйте. Ничего страшного с этого не будет. На будущее я хочу сделать следующее. Мне необходимо Вальтера воды перевести на 6 звезд. Для того, чтобы сделать его более могущественным и сильным. Но, к сожалению, пока у меня не хватает ресурсов. Да и чтобы перевести на 6 звезд, необходимо много ресурсов, которых у меня не хватает. Красно показано, что мне не хватает. Золото поднакопил, а вот остальных треугольничков у меня, к сожалению, нет. Ну и я скопил 15 тысяч кристаллов, практически 15 тысяч, и я вот в замешательстве, мне крутить шмот на штурмовиков или нет, или все-таки крутить на воина потом. Потому что за 3 миллиона известности, которую я коплю, у меня пока 1 318 000 известности, я планирую взять все-таки Лавлейса земли. Потому что это многофакторный персонаж, который пригодится практически в любом контенте игры. На седьмой день я прошел полностью кампанию в режиме сложно. Босс на 8.16, Картис, отлетел быстро. Кто-то писал, что на обычной сложности Картиса победить очень трудно. Да, я согласен. А вот в режиме сложно уже не такой уж он и сложный получается. Мне открылся контент обелиск, но дальше первого этажа трудно продвинуться. Нужно качать основной отряд, хотя бы всех до 50 уровня, а потом дальше смотреть, может быть, кого-то под замену. Ребята, всем новичкам советую играть именно по этим квестам, которые указаны в левом нижнем углу. Потому что, проходя эти квесты, вы получаете много денег, новую экипировку, баночки опыта, кристаллы, известность и все прочее, что вам сделает быстрый старт. Но если вы ударите проходить просто кампанию, вам потом придется перепроходить все этапы кампании, перепроходить залы и все прочее. Просто играйте по этим квестам. На экстремальной сложности уже возникает проблема того, что наш отряд не особо хорошо тянет сюжетную кампанию. Это говорит о том, что необходимо фармить баночки опыта в первозданных залах, в зале опыта, и качать тех персонажей, давать им 50 уровень. Еще один способ.